Преодолеваем проклятие одной победы. Такой стабильный винрейт 50%. Одну выиграли, одну проиграли. Оппонент пойдет первым и мульган возьмет. Мы тогда ставим. Две маны, две земли на стартовой руке в этой деке, это в целом норм. Плюс тут у нас какая-то оборона есть, есть андердог. Ого. Интересно. Это так называемые люди. Дэнни. Натурально. Ничего себе, это уже интересно. Алена Халана. Как удачно два Инферно Граспа пришли. Он сейчас еще одну попытается сыграть. А, это она и была. А, нет, еще одну. Так, у него зеленый ману-то есть? Да, есть. Так, ему чтобы прочейно ведь нужно две зеленых. Я хочу начать ему кладбище чистить. Legendary cards. А, так он вообще ничего там не может вернуть с кладбища.
него там почти все легендарно. Ничего же не может вернуть. Какая дичь? Так, чтобы не отъехать, вот сюда тоже блок. Жесть. Мне кажется. Так, вообще, когда он там много убивает, интересно. Талия. Алена Халана. Денник. Да немного. Нормально, когда он убивает Дюраса тут. Вообще не нужны. Можно Джунджи играть. Миазмы можно играть. Поехали. Ну, это можно оставить, попробовать. Первого хода у него там не будет. На второй ход у него будет денник, которого мы Лилианой заберем. Моно-черная рука такая. Taking the credit when we win. Off you go. Зачем он этого Vision реиграет? Он вообще ничего не может у себя поднять, там все карты легендарные были. Ну явно это не просто так. Ну, это мощный ход получился. I knew this was a waste of time. Загрело. For the sake of all Innistrad, my will must be obeyed.
regard for knowledge, a fair trade. Да как так? Какой-то поток нескончаемых существ. Где наша-то рука такая? Естественно, Лейлай Байдинг. Сорин, кстати, ультануть на следующий ход сможет уже. 13 дамага нанести. А, не, еще не сможет тут тонуть, ну ладно. Так, ну мы вроде защитили Сорина. А Джан, я даже не знаю, что он делает. Сейчас нам покажет. Джун же, кстати, когда умирает, он ничего не может сделать.
Ничего себе. Ультанули, сори, да. Ой, жесть. Не, давайте... А, мы все дюрусы убрали же, да? Ладно, окей. Решающая игра. Сможем прервать проклятие? Проклятие одной победы, а то, ну, капец. Мулиган. Да вы издеваетесь. Спасибо. В общем, боги арены были нами прогневаны. Не дают нам. Не, ну вот это вот просто мулиган. Хоть что-то. Давайте его сейчас подловим на атаке неудачи. Инферном Граспом. Ну да, мы Денника можем изгнать. Мы даже отбились. Просто дичь. Ну все, понятно, топливо кончилось. А что насчет нас? У него же волков нету.
Дубина. Пойдет в атаку. Пошел. Как пошел-то? Этим парнем сбегаем, мы гарантированно Катильду заберем, если он захочет в даблблок встать, и Фейбл зато поставим на стол. Блин, я поражен. Мы даже от этого всего отбились. Я думал, уже там все, ГГшки. Но нет. Блин. Мы можем кого-нибудь прибить тут? Катилку можем забрать. Protection from werewolves, блин. Товарищ Шизма, почему шел не вернул, так оно не на стол вроде. Там только на руку. Зачем? Там мы проигрываем, если он... Ну ничего себе, у меня место на диске кончилось. Ну ладно, сейчас мы это доиграем. Так, поехали.
Ай, блин, я протупил. Я не в тот момент это все делал. Очень полезная карта. В конце хода же оппонента я вроде делал, нет? А, я, наверное, не вовремя это делал. Если артефакт и энчантмент можно оба выбрать, у нас вроде не было артефактов. Так, поставлю останов на, в конце хода оппонента. Так, ну вот теперь-то я не продолбаю. Во, есть контакт. Первый раз Blood Token был. Ну, возможно, я что-то продавал. Но я сразу Soul Transfer не стал играть. Я его оставил на какую-нибудь жесть, дичь от соперника. У нас на кладбище же есть кричи. Так, этих он блокирует. 4. 4 на 4. 16. Допустим, одного прибивает. Допустим, у него императрица. Допустим, поставил, изгнал, двух заблокировал. 16 дамага прошло, да, я думаю, хватит. Я просто не знаю, что он может сделать в этой ситуации. Ну, там императрицу сыграть, еще что-то в респонс, что-то злое. Оба есть контакт. Ну прям еле-еле отскочили.